Кызыле стартовал конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2018». Сегодня в арт-центре Нэйсылал собрались преподаватели практически всех образовательных учреждений столицы. В этом году участники будут соревноваться в таких номинациях, как «Учитель года 2018», «Воспитатель года 2018», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский языков 2018-го», «Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения 2018 года», «Педагог-психолог 2018», «Сердце отдаю детям 2018 года». Российская школа и наша школа нашей республики ждет интересных новаторских идей и ярких педагогов, которые обеспечивают конкурентоспособность отечественного образования. Именно от вас, учителей, во многом зависит то, какими вырастут наши дети. На открытии муниципального конкурса воспитанники городских школ поддержали участников конкурса песнями, танцами и стихами. Всем педагогам говорим спасибо за каждый миг, за каждый час. Не будем очень долго дифирамбы для вас петь. Только что это за слово, надо где-то посмотреть. Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с целью выявления поддержки и поощрения талантливых педагогических работников, повышения престижа учительской профессии, распространения передового педагогического опыта. Признание и успех «Учитель года». Счастливый шанс для всех «Учитель года». Нелегкий труд и творчество «Свобода». Победы ждут. Вперед, учитель года! Отмечается, что на прошлой неделе прошли установочные семинары для участников конкурса. Методистами организована работа по подготовке участников к конкурсам профмастерства. Педагоги-психологи проводят психологические тренинги с участниками конкурса. На установочных семинарах победители прошлых лет в разных номинациях поделились опытом с конкурсантами.